Всем привет, это я Евгения, и сегодня у нас в гостях целая королевская семья. Небольшие куколки приведут в восторг всех поклонников серии Disney Junior. Давайте откроем коробку и посмотрим на них поближе. Король Роланд II выглядит очень элегантно в голубом двубортном смокинге, желтых брюках и черных сапогах для верховой езды. Белая сорочка с высоким воротником, шарф, завязанный бантом, и золотая корона добавляют совершенство королевскому превосходному стилю. Мама Софии, королева Миранда, очаровательна в своем розовом бальном платье, украшенном различными деталями. У Миранды светло-каштановые волосы, убраны хвостик. На голове у нее золотая корона с розовыми камнями. У Миранды очень красивые, выраженные черты лица. У нее красивые большие голубые глаза. И губы она накрасила темно-розовой помадой под цвет платья. Также она подобрала жемчужное колье под это платье. Платье украшено большим темно-розовым бантом, как на корсете, так и на рукавах. Также оно украшено белыми рюшами. Основной цвет платья темно-розовый. Основная юбка украшена цветами, а подюбник выполнен в нежно-розовом цвете, так же, как и корсет. Близнецы принцесса Амбер и принц Джеймс, новые сводные брат и сестра Софии, смотрятся восхитительно в своих величественных нарядах. Амбер надела желтое платье с белой отделкой и королевскую тиару. У принца Джеймса и принцессы Амбер золотые красивые волосы и карие глаза. Принц Джеймс выбрал комплект, похожий на комплект его отца. У него также двубортный смокинг, белые брюки и черные сапожки для верховой езды. И весь этот королевский комплект украшает темно-синий бантик. У принцессы Софии темно-каштановые волнистые волосы, на голове у нее надета королевская корона. У Софии ярко выраженные красивые большие голубые глаза и розовая помада. Принцесса Амбер надела сегодня свое любимое темно-фиолетовое платье и свой волшебный амулет. Вам обязательно очень понравится воспроизводить любимые сцены из мультфильма, а также создавать и придумывать новые приключения королевской семьи. Все куклы обладают магией. Для того, чтобы они заговорили, нужно просто поместить их на волшебные места в замке. Как это сделать, я расскажу вам в наших следующих выпусках на нашем сайте megadiscount.pl. Оставайтесь с нами!